Добрый вечер, уважаемые любители баскетбола. Вас приветствует город Кривой Рог. Мы с вами в Криворожском национальном университете на матче команд украинской суперлиги, где сегодня Криворожский Кривбас Баскет принимает одного из лидеров украинского чемпионата, баскетбольный клуб «Азовмаш» из города Мариуполь. Наши гости занимают второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 22 победы и 12 поражений. Кривбас Баскет, 9 место, 15 побед, 21 поражение. Составы играющих сегодня команд. Баскетбольный клуб «Азовмаш». Капитан команды номер 4 Лин Грир. Номер 6 Рональд Мюррей. Номер 7 Алексей Печеров. Номер 9 Мирослав Радулица. Номер 11 Богдан Байда. Номер 13 Александр Кольченко. Номер 14 – воспитанник криворожского баскетбола Игорь Зайцев. Номер 15 – Симона Серапинос. Номер 18 – Артем Слепенчук. Номер 20 – Тадея Драгичевич. Номер 22 – Дмитрий Забирченко. Номер 34 – Кирилл Натяжко. Кривбас Баскет. Номер 6 – Дариус Адамс. Номер 8 – Вадим Мехинин. Номер 10 – Виктор Кондратовец. Номер 11 – Владимир Конев. Номер 13 – Артур Хачатурян. Номер 14 – Герберт Поуп. Три очка от Тадея Драгичевича. Гости вышли вперед. Номер 15 – Дмитрий Кораблев, капитан команды. Номер 20 – Илья Коротков. Номер 22 – Ренсон Фрейзер. Номер 24 – Лазар Трифунович. Номер 23 – Вячеслав Череповский. Номер 26 – Валерий Анисимов. Тренер команды Карлис Мужник. Тренер команды БК «Азовмаш» Сергей Завалин. Бригада судей. Старший судья Сергей Защук, Киев, ФИБА. Питер, город Одесса, судья Федор Заикин, Евгений. Национальная категория, город Киев. Режиссер матча Виктор Дубчак, город Симферополь, национальная категория. Итак, счет у нас 4-3, впереди криворожане. Грир с мячом. Драгичевич, идет проход, 2 очка. 4-5, впереди наши гости. Адамс мячом. Кораблев. Адамс. Идет проход Адамса, сбрасывает мяч, помешали друг другу криворожане. И Грир начинает атаку своей команды. Персональное замечание Дмитрию Кораблеву. Это первое замечание у Дмитрия Кораблева и первое командное. Два штрафных броска в исполнении Драгичевича. Мы сейчас с вами. Первый бросок точен. И второй бросок точен. 4-7 впереди наши гости. Адамс начинает атаку своей команды. Личную защиту применяют баскетболисты «Азовмаша». Фрезьер с мячом. Целый ряд обманных движений. Герберт Пол пробежку фиксирует. Владимир Федев. И вновь мячом «Азовмаш». Грим. Открывается Серапинос. Отдает мяч девятому номеру Мирославу Радулице. Возвращает мяч своему разыгрывающему. Трехочковая попытка. Точно. 4-10. Впереди «Азовмаш». Пять секунд осталось владеть мячом.
Дмитрий Кораблев, 2 очка. Сиреной выпустил мяч Дмитрий. Шесть-десять, и здесь судьи засчитывают 2 очка. Нет, не засчитывают судьи эти 2 очка. Дмитрий Кораблев, очередное замечание. Это второе у Дмитрия. И Мирослав Радулица. Первый мяч со штрафного забивает. 6:59 осталось до окончания первой четверти. Оба штрафных в исполнении Мирослава Радулицы были точны. 6:12. Адамс. Конев. Идет проход. Сбрасывает мяч на Поупа. Против него Серапинос. Мешают друг другу. Мяч в игру вводят криворожане. 7 секунд осталось владеть мячом. Фрейзер. Трехочковая попытка. Аэрбол. Но мяч не успевает криворожане выполнить бросок. 24 секунды истекло. 6:12. Все у нас по-прежнему. Радулица вводит мяч на Грира. Фрейзер против него очень активно защищается. Драгичевич. Радулица. Кольченко с мячом. Серапинов получает мяч. Против него Владимир Конев. Сносит мяч на Кольченко. Двухочковая попытка не точно. Фрейзер на подборе. Разгоняет атаку своей команды. В ногу попадает мяч 9-му номеру Азовмаша Мирославу Радулице. И криворожан есть 19 секунд для завершения этой атаки. Адам с мячом. Поу. Средняя попытка не точно. Смахивает мяч. И вновь трехочковая попытка не точно. Дмитрий Кораблев зарабатывает 3-е персональное замечание. Замечания командных у команды Кривбас Баскет. Замена. Вместо Дмитрия Кораблева на площадке появляется Лазар Трифунович. В 5:40 до окончания четверти. Кольченко в высоком прыжке. 6:14. Серапинос нарушает правила. Второе командное замечание. Первое у Серапиноса. Герберт Поуп. Казалось бы, все сделал. Обыграл Мирослава Радулицу. А вот забить 2 очка не сумел. Грир. Проход Кольченко. 2 очка. Тайм-аут. Кривбас Баскет. Не заладилась игра у криворожан. 5:10 до окончания четверти. 6:16. Впереди наши гости. Баскетбольный клуб «Азовмаш». Хватает уверенности игрокам команды Кривбас Баскет в завершающей стадии. Очень много игр провели баскетболисты Азовмаша. На это сегодня сетовал главный тренер Сергей Завалин. Очень сложный сезон в этом году у Азовмаша. Но и тем не менее мы видим, команда на хорошем уровне провела
4 минуты и 50 секунд. И счет говорит сам за себя. 6-16. Впереди наши гости. Баскетбольный клуб «Азовмаш». У команды «Азовмаш» без изменений. У «Кривбасбаскет» на площадке появился Илья Коротков. Венцом Фризер с мячом. Трифунович, Коротков. Герберт Поу получил мяч. Пытается продавить Радулицу. Получает блокшот, но фиксирует нарушение правил Сергей Защук. И Герберт Поу на линии штрафных бросков. Неточный первый бросок в исполнении Герберта. Второй бросок результативен. 7-16. 4:50 до окончания четверти. Прессингуют баскетболисты «Кривбасбаскет». Это был зонный прессинг. Грир с мячом. Заслон от Радулицы. Драгичевич. Трехочковая попытка не точно. Мяч подбирает Трифунович. Идет проход. Фрейзер. 3 очка. 10-16. Грир. Трехочковая попытка не точно. Герберт Поу подбирает этот мяч. Коротков. Не точно. На подборе Радулица и Илья Коротков нарушает правила в борьбе за мяч. И вновь Карлис Мужникс, у которого сегодня, кстати, день рождения, с чем мы его и поздравляем. Показывает комбинацию, а тем временем баскетболисты «Азовмаш» делают счет 18-10 в ихнюю пользу. Идет проход Адамс. 12-18. 6 очков преимущества наших гостей. Радулица. Не точно. Фрезер. Подбирает этот мяч, отдает Адамсу. Илья Коротков. Идет проход, получает блокшот. 7 секунд, 6. Атака Трифунович, не точно. Как-то не собрано, очень не собрано сегодня действуют баскетболисты из Кривого Рога. Нарушает правила 24 номер Лазар Трифунович. Это 5-е командное замечание. И на линии штрафных Драгичевич. У команды гостей замена вместо... Нет, замена бьющего игрока. Да, вместо Радулицы на площадку появляется. Наконец-то Завалин определился, кого же надо поменять. И это был Радулица. А на площадке вместо Радулицы 7-й номер Алексей Печеров. Первый бросок не точен. Второй точен. 12-19. Впереди «Азовмаш». Адамс. Против него Грир. Трифанович. Фрейзер, Адамс. Трехочковая попытка. Не точно.
Грир с мячом. Кольченко. Грир вновь. Передача Печерову. Не точно. 2:10 до окончания четверти. 12:19 впереди наши гости. Адам с мячом. Коротков. Идет проход. Коротков нарушает правила. 15-й номер Симона Серапинос. Это четвертое замечание. 14 секунд осталось криворожанам для того, чтобы завершить атаку. И 2 минуты до окончания четверти. Адамс. Персональное замечание Симонасу Серапиносу. И Дариус Адамс становится на линию штрафных бросков. Замена у команды Азовмаш. Вместо Серапиноса на площадку выходит Рональд Мюррей. Первый бросок Адамса отточен. 13-19. 14-19. Впереди наши гости. Баскетбольный клуб Азовмаш по-прежнему защищается зонным прессингом. Баскетболисты из Кривого Рога. Кольченко. Драгичевич. Гриер. Потеря. Илья Коротков с мячом. Герберт Коу. Адамс. Минута 30 до окончания четверти. Адамс. Двачка. 16-19. И вновь зонный прессинг. Это сдерживающий зонный прессинг. Скажем так, уважаемые любители баскетбола. Гриер. Драгичевич, передача и вновь потеря на Печерова. Фрезьер с мячом. Отдает мяч Илье Короткову. Трехочковая попытка, не точно. Гербертову. Одной рукой сверху хотел завершить Герберт Поу этот бросок, но мяч, ударившись о дужку кольца, выскочил и коснулся конструкции щита. И мячом сейчас будут владеть баскетболисты из Мариуполя. Тайм-аут вынужден взять Сергей Завалин. 16-19. 1 минута до окончания первой четверти. Впереди наши гости. Баскетбольный клуб «Азовмаш». Без изменений обеих команд. Вводят мяч в игру баскетболисты Азов. Маша, Гриер, Кольченко, но Гриер. Радичевич. Передача Печерову. И вновь потеря. Целый ряд потерь совершили баскетболисты Азовмаша последних несколько минут. И дали возможность Кривбасбаскету создать интригу в первой четверти. Последняя минута. Адамс идет в проход. Отдает мяч Трифуновичу. Бросок Трифуновича не точен. Илья Коротков пытается остановить быстрый прорыв. И вновь потеря. Посмотрите, что творит Адамс.
10 секунд осталось. С мячом Адамс. Против него Грир. Печеров пытается помочь. Фрезьер. Три очка. Вот вам и интрига первой четверти. Проигрывая 10 очков, баскетболисты Кривбас Баскет сумели сравнять счет. Первая четверть у нас закончена 19-19. А мы с вами смотрим группу поддержки команды Кривбас Баскет. Неоспоримое преимущество Азовмаша развеялось в несколько минут. Целый ряд потерь при передачах позволили гостям, позволили хозяевам сравнять счет первой четверти. Нам принесли статистику. Самыми результативными у команды Кривбас Баскет. Дариус Адамс 8 очков. Винсон Фрейзер 8 очков. У команды Азовмаш Драгичевич. Дадия Драгичевич 10 очков на его счету. 2 из 4 забили баскетболисты Азовмаша трехочковых, в то время как 2 из 6 криворожане. 75% штрафных реализовали криворожане, 83,3% реализации штрафных бросков у Азовмаша, 50% двухочковых у Азовмаша и только 33,3% процент реализации двухочковых бросков. Нет, извините, 41,7% реализации двухочковых бросков у команды Кривбас Баскет. И тем не менее, результат у нас равный. 19-19. Посмотрим с вами за второй четверть, уважаемые любители баскетбола. Мяч будут водить баскетболисты Кривбас Баскет. Сергей Защук просит Винсон Фрезьера заправить майку в шорты. Дариус Адамс. Мячом Валерий Анисимов на площадке у команды Кривбас Баскет. Илья Коротков. Заслон от Анисимова. Винсон Фрейзер. Выполняет бросок не точно. Мюррей с мячом. Алексей Печеров. Грир идет в проход. Страхует Валерий Анисимов. Не точно. На подборе Печеров. Возвращает мяч Драгичевичу. И еще 24 секунды. Есть у команды Кривбас Баскет для того, чтобы. И вновь перехват. Проблема какая возникла у команды Азовмаш. 12 секунд. Кучу перехватов сделали баскетболисты Кривбас Баскет за последние несколько минут. И это сразу же отразилось на результате. Илья Коротков против Мюррея. Целый ряд обманных движений. Мюррей выполняет вот такую попытку не точно. Фрезьер с мячом. Быстрый прорыв Кривбас Баскета останавливает Грир. Заслон от Валерия Анисимова. Фрезьер, пачка. Впервые в сегодняшнем матче Кривбас Баскет повел в счете 21-19. Мюррей. Вечером против него Валерий Анисимов. Теряет мяч. Вечером. Адамс с мячом. Идет в проход. Лин Грир нарушает правила. Это был тактический фол. А тем временем Сергей Завалин производит замены. Вместо Кольченко на площадку выходит 22 номер Дмитрий Забирченко. И вместо Алексея Печерова вновь Радулица. Валерий Анисимов с мячом. Адамс.
2 очка. 23-19. Впереди Кривбасбаскет. Гриер, Забирченко, Радулица с мячом. Гриер вновь с мячом. Забирченко. 24 номер. Лазар Трифунович получает персональное замечание. Это второе замечание у Трифуновича. И вновь с мячом будут баскетболисты Азовмаш. 14 секунд. Драгичевич. Против него Фризье. Радулица. Нарушает правила Илья Коротков. Два штрафных броска в исполнении Мирослава Радулицы. Мы сейчас с вами увидим. Вместо Ильи Короткова у команды Кривбасбаскет на площадку выходит ветеран команды Кривбасбаскет Виктор Кондратовец. Радулица первый бросок точит. 8-0-1 до окончания второй четверти. Радулица второй бросок не точен. 23-20. Впереди Кривбасбаскет. Адамс против него Забирченко. До окончания четверти Фризьер. 2 очка. 25-20. 7 минут до окончания второй четверти. Гриф с мячом идет в проход. Сносит мяч на Игоря Зайцева. Игорь идет в проход. Отдает мяч Радулице. Против него Валерий Анисимов. Посмотрите. Не точно. На съеме Кривбасбаскет. Адамс, Кондратовец. Фризьер. Трехочковая попытка. Точно. 28-20. Вы посмотрите, какую игру поймал Кривбасбаскет. 6-20 до окончания четверти. Плюс 8. Как сменилась обстановка у нас на площадке. Мюррей с мячом. Против него Фрейзер. Двухочковая попытка. Вновь не точно. Вновь мяч у Криворожан. Виктор Кондратовец идет. Быстрый прорыв. Адамс с мячом. Валерий Анисимов. Пытается продавить Игоря Зайцева. Дает мяч Кондратовцу. Трехочковая попытка. И это тоже 3 очка. Тайм-аут. Тайм-аут вынужден взять Сергей Заварин. Не узнать Азовмаш. Слишком рано поверили они в победу. 31-20 впереди Кривбасбаскет.
Закончился минутный перерыв. Команды вновь возвращаются на площадку. У команды «Азовмаш» на площадке Забирченко, Грир, Серапинос, Зайцев и Радулица. И у пас-паски Анисимов, Лихунович, Фрезьер, Адамс и Кондратовец. Зонный прессинг вновь при пас-паске применяет. Серапинос. Грир. Идет проход Грир. Останавливается. Бросок не точно. Аут показывает Сергей Защук. И вновь с мячом Кривбас-баскет. Втроем боролись за отскочивший мяч баскетболисты из «Азовмаша». Помешали друг другу. И Радулица заступил за белую линию. Тем самым дал возможность криворожанам владеть мячом в очередной раз. Адам с мячом. Идет проход. Остановка. Бросок не точно. Грир с мячом. 5 минут 10 секунд до окончания второй четверти. Серапинос. Валерий Анисимов. Блок-шот. Валерий Анисимов поставил блок-шот Радулице. Фрезер. Трехочковая попытка. Не точно. Радулица овладел мячом. Грир. Против него Виктор Кондратовец. Заслон. Анисимов. Игорь Зайцев двумя руками сверху забивает мяч. 31-22. 4 минуты и 35 секунд до окончания четверти. С мячом криворожане. Кондратовец. Стрелочка. 34-22. Вот что значит расслабились мариупольцы. И плюс 12 уже для Кривбас-Баски. Грир. Лин Грир останавливает быстрый прорыв Кривбас-Баски. Это второе замечание у Грира. И у команды Кривбас-Баски замена вместо Валерия Анисимова на площадке Владимир Конев. Герберт Поуп заменил Винсон Фрейзера. 4 минуты 5 секунд до окончания второй четверти. 34-22. Трифунович. Поуп на чем? Конев. Трифунович. Адам. Персональное замечание 9 номеру. Мирославу Радулице. Это четвертое командное замечание у «Азовмаша». Трифунович получает передачу. 12 секунд. 10. Виктор Кондратовец. Снова трехочковая попытка. На этот раз не точно. Владимир Конев. Грир с мячом, против него Конев. Радулица. Серапинос. 2 очка с пола. Н2 в исполнении Серапиноса. И 14 номер Герберт Поуп получает персональное замечание. Замена у команды «Азовмаш». На площадку выходит Артем Слепенчук. Адам с мячом. Заслон от Поупа. Идет проход. Не сумел забросить 2 очка. Адамс через Радулицу. Очень сложно было сделать ему это. Персональное замечание Владимир Конев. Это первое замечание у Владимира и четвертое у Кривбас-Баскет. Замена вместо Адамса. На площадку возвращается 22 номер Винсон Фрезьер. Артем Цепенчук будет вводить мяч в игру.
Забирченко. Трехочковая попытка не точно. Мячом. Мячом будут владеть азовмашевцы. .3:05 до окончания четверти. Плюс 9 преимущества хозяев. 24 секунды владения мячом есть у Азовмаша. Из-под заслона выбегает Игорь Зайцев, получает мяч. Артем Слепенчук показывает номер комбинации, которую необходимо сделать его товарищам по команде. Серапинос, Зайцев, Радулица, против него Герберт Поуп. Это пятое командное замечание. Толчок показывает Сергей Защук. И Мирослав Радулица будет пробивать два штрафных броска. Первый бросок не точен. И второй бросок не точен. Владимир Конев на подборе. Венцон Фразьер. Конев. Трифанович. Вновь Фразьер. Трехочковая попытка. 37-25. Впереди хозяева. Артем Слепенчук. Забирченко. Виктор Кондратовец нарушает правила. Замена у Кривбасбаскет. Вместо Виктора Кондратовца на площадку возвращается Дариус Адамс. А тем временем Дмитрий Забирченко забивает первый штрафной бросок. И второй бросок в исполнении Дмитрия Забирченко точен. 37-27. 2 минуты и 20 секунд до окончания второй четверти. Трифанович с мячом. Конев. Поуп с мячом. Фрезер. Трехочковая попытка не точно. Герберт Поуп. Азовмаша. Мяч выходит за лицевую линию. И 19 секунд есть на атаку у Криворожа. Дариус Адамс вводить мяч в игру. Трифанович, Адамс, Фразьер. Трехочковая попытка. Точно! Счет у нас становится 40-27. Впереди Кривбасбаскет. Слепенчук. Против него Адамс. Забирченко. Забегание. Серапинос. Два очка. .40-29. И вновь неутомимый Адамс. Поуп. Посмотрите, какая борьба идет между Игорем Зайцем и Трифановичем. Поуп выполняет двухочковую попытку. Не точно. Забирченко. Винсон Фразьер. Винсон Фразьер нарушает правила. Два штрафных. Дмитрий Забирченко. Замена. Вместо Игоря Зайцева на площадку вновь возвращается Драгичевич. А Карлис Мужникс
берет тайм-аут. За 1 минуту и 12 секунд до окончания четверти при счете 40-29 Кривбас Баскет, минутный перерыв. Дмитрий Забирченко становится на линию штрафных бросков. Первый бросок не точен. Потеряли как-то уверенность баскетболисты Азовмаша. Это сказывается. Дмитрий Забирченко принес своей команде только один штрафной бросок. Счет у нас становится 40-30. Владимир Конев. Качковая попытка не точно. Игорь Зайцев на подборе. Артем Слепенчук. Последняя минута четверти. И вновь потеря. Забирченко отдал неточный мяч Серапиносу. Не выпустил из-под заслона его. Игорь Зайцев. И с мячом вновь Криворожан Трифунович. Адамс. Герберт Пол. Не смог ничего Герберт Пол сделать против Игоря Зайцева. Серапинос выбивает мяч у него на ведении Владимир Конев. 25,8 секунды до окончания четверти. 18 секунд есть у баскетболиста Азовмаша для того, чтобы выполнить эту атаку. Артем Слепенчук с мячом. Идет проход, Артем Слепенчук останавливается, отдает Игорю Зайцеву. Игорь Зайцев не точно на подборе. Посмотрите, три раза выполняли бросок баскетболисты Азовмаша и не точно. Дариус Адамс с мячом. Герберт Пол в прыжке выполнил этот бросок, и он был результативен. Вторая четверть у нас закончена со счетом 42-30. Перерыв.
Уважаемые любители баскетбола, мы вновь с вами в городе Кривой Рог на матче команд Кривбасбаскет Азовмаш Мариуполь. Через несколько секунд у нас начнется третья четверть. После двух четвертей 42-30 впереди хозяева — баскетбольный клуб Кривбасбаскет. К вашему вниманию несколько статистических данных по сегодняшним двум четвертям. Самыми результативными у команды Кривбасбаскет является Дариус Адамс — 8 очков, и Винсон Фразьер — 21 очко. У команды гостей Тадия Драгичевич — 10 баллов. Немножко неожиданный результат. Очень здорово начали матч баскетболисты из Азовмаша. Вели впереди 10 очков, но расслабились, и как-то не заладилась игра у них во второй десятиминутке. И позволили они Кривбасбаскету выйти вперед. Много ошибок в передачах было у баскетболистов Азовмаша. Но мы знаем эту команду, которая имеет в своем составе целый ряд очень опытных игроков. Продулится персональное замечание Герберта Поуба. И Радулица становится на линию пробития штрафных бросков. Это третий фол у Герберта Поупа. Первый бросок Радулицы не точен. Так вот, я закончу свою мысль касаемо Азовмаша. Я думаю, что у нас нет никаких оснований считать, что матч команда Азовмаш провалила. Сказывается усталость. Мы знаем, что эта команда участвует в нескольких. А вот очередные 3 очка Винсон Фрейзера, 45-31. Жаловался сегодня на усталость игроков и главный тренер команды Сергей Завалин. И вот вам следствие. Очень сложно баскетболистам Азовмаша. Винсон Фрейзер теряет мяч. Очень сложно участвовать игрокам в нескольких турнирах. Вы знаете, что человеческие возможности не беспредельны. Нарушает правила Винсон Фрейзер. 22 номер Кривбасбаскет. Это второе персональное замечание Винсома. 8 минут и 10 секунд до окончания четверти. Драгичевич, Грир с мячом. Забирает мяч Герберт Поуп. Адамс идет в быстрый прорыв. Останавливается Владимир Конев. Бачка. 47-31. Очень хороший настрой сегодня у баскетболистов Кривбасбаскета. Практически без ошибок действуют они в нападении. Жестко в защите. 47-33. 7:30 до окончания третьей четверти. Никто не ожидал такого поворота событий в нашей встрече. Бачка, Герберт Поуп через Радулицу и Серапиновича. Серапиновича. Герберт Поуп вновь на подборе. А 20 номер Тадея Драгичевич в окружении двух криворожан пытался выполнить бросок. Поуп с мячом, против него Кольченко. Персональное замечание Кольченко. Мяч судьи не засчитывают.
13 номер Александр Кольченко зарабатывает первое персональное замечание. 14 секунд владения мячом у команды Кривбасбаскет остается. Винсон Фрейзер, Трифанович, Адамс. Неточно. Кольченко идет, быстрый прорыв. Сносит мяч, перехватывает мяч. Дариус Адамс. И ударит его сверху. Завершает эту атаку. 51-33. Вы, наверное, слышите, что творится в спортивном комплексе Криворусского национального университета. Плюс 18 для Кривбасбаскет. Радичевич, трехочковая попытка, не точно. Герберт Пол подбирает этот мяч. Замену готовят оба тренера. Адам с мячом. Фрезьер. Вновь Адам. Попытка не точно. 53-35. Впереди Кривбасбаскет. Очень неожиданный поворот событий в сегодняшнем матче. Так уверенно начали игру баскетболисты. И вновь очередные два очка Дариуса Адамса. 55-35. Плюс 20 для Кривбасбаскет. Совсем расклеились баскетболисты Азовмаша. Да простят меня любители баскетбола из этого города, но ничего не могут сделать мариупольцы против быстрых и точных бросков команды Кривбасбаскет. Тайм-аут. Сергей Завалин. Надо в корне менять что-то. Уж очень большое преимущество у криворожан. Плюс 20. Кто из вас мог ожидать такой результат? Закончился минутный перерыв. Команды возвращаются на паркет. У команды Кривбасбаскет. На площадку вышел Валерий Анисимов. Грир. Вечера. Грир. Трехочковая попытка. Точно. Два очка показывает судьи. 55-37. Адам. Забирченко. Грим. Получает блокшот от Владимира Конева. Лин Грим. Третье. Улин Грира. Винсон Фрейзер с мячом. Обе команды имеют по два командных замечания. Винсон Фрейзер отдает передачу Трифановичу. Адам с мячом. Персональное замечание. Большая подтасовка у нас на площадке. И судьи.
судьи сейчас разберутся, кто был прав, кто виноват. Очень агрессивно действовали против Дариуса Адамса Игорь Зайцев и Лингрир. И вот сейчас Защук должен принять решение. Какое решение примут судьи? Сейчас мы с вами увидим, уважаемые любители баскетбола. Замена у команды Крюбас-Баскет. Вместо Трифановича на площадку возвращается Дмитрий Кораблев, капитан команды. С мячом баскетболисты Крюбас-Баскет. Валерий Анисимов получает мяч. Вновь Фризьер. Дмитрий Кораблев. Идет проход против него. Печеров. Персональное замечание получает Алексей Печеров. И Дмитрий Кораблев будет пробивать два штрафных броска. 3:36 до окончания четверти. Первый бросок в исполнении Дмитрия не точен. Команда «Азовмаш» имеет 5 командных замечаний. Второй бросок точен. 56-37. Впереди Кривбас-Баскет. 3:30 до окончания третьей четверти. С мячом мариупольцы. Печеров пытается продавить Дмитрия Кораблева. Теряет мяч Алексей Печеров. Адамс. Трехочковая попытка. Точно! 59-37. Даже не знаю, уважаемые любители баскетбола, как это назвать. Алексей Печеров. Трехочковая попытка не точно. Снимает мяч. И вновь мячом овладели баскетболисты. Вновь у нас борьба. Не на шутку идет борьба. Персональное замечание. Неспортивный фол. Владимира Конева. Четвертое командное замечание у команды Кривбас-Баскет. И Дмитрий Забирченко становится на линию штрафных бросков. Вы слышите, уважаемые любители баскетбола, что творится в зале. И вновь с мячом баскетболисты «Азовмаш». Грир с мячом. Идет проход Грира, дает мяч Зайцеву. Двумя руками сверху пытался Игорь Зайцев завершить атаку, но персональное замечание усмотрели судьи. Правила нарушил Валерий Анисимов. Замена у команды «Азовмаш» вместо Серафинаса на площадку возвращается Кольченко. Александр Кольченко, Игорь Зайцев. Первый бросок забил. 59-40. 19 очков преимущества Кривбас-Баскет. Но не хотят сдаваться баскетболисты «Азовмаш». Да это и понятно. Валерий Анисимов с мячом. Фризьер. Идет проход. Фризьер. Дмитрий Кораблев. Валерий Анисимов. Бачка! 61-40. Валерий Анисимов получает персональное замечание. Это второе персональное замечание у Валерия Анисимова. А Лингрир становится на линию штрафных бросков. Три броска будет исполнять Лингрир. Первый бросок точен.
61-41. 2:05 до окончания третьей четверти. Я думаю, вы согласитесь, уважаемые любители баскетбола, что матч у нас сегодня очень интересный. Третий бросок не точен. Мячом овладел Забирченко. Кольченко. Грир. Заслон от Зайцева. Печера. Трехочковая попытка не точна. Владимир Коня. Адамс. Дмитрий Кораблев, против него Печера. Дмитрий Кораблев идет в проход, персональное замечание для Печерова. Два броска. Травму получил Алексей Печеров. Неприятный момент. Алексей Печеров поднимается и в сопровождении врача и администратора команды покидает площадку. Зрители приветствуют его аплодисментами. Сейчас ему будет оказана медицинская помощь, а тем временем Дмитрий Кораблев. Первый бросок штрафной. Точен. 62-42. Вместо Алексея Печерова на площадку возвратился Тадея Драгичевич. 63-42, минута 30 до окончания третьей четверти, плюс 21 для Кривбас Баскет. Грир с мячом. Два очка. Два очка. И 22-й номер Винсон Фрезьер получает персональное замечание. Вместо Фрезьера на площадку выходит Виктор Кондратовец, а Лин Грир будет пробивать еще один штрафной бросок. Не точно. Владимир Конев подобрал мяч. Персональное замечание. Забирченко. Два штрафных броска будет выполнять Владимир Конев. Замена у Азоумаша. Вместо Грира на площадку выходит Артем Слепенчук. Первый бросок в исполнении Владимира Конева точен. 64-44. Второй не точен. Поуп на подборе. Теряет мяч. Не дали ему баскетболисты Азоумаша выполнить бросок. Игорь Зайцев и Тадея Драгичевич закрыли этот бросок. Забирченко. Не точно. Поуп на съеме. Последняя минута третьей четверти. Дмитрий Кораблев возвращает мяч Коневу. Не спешит Владимир. И это правильно. Кораблев с мячом, против него Зайцев. Адамс, идет проход. Кораблев, двухочковая попытка, не точно. Драгичевич подбирает этот мяч. Артем Слепенчук разгоняет атаку своей команды. Ногой защищается Владимир Конев. И 32,1 секунды до окончания четверти. 17 есть у Азоумаша для завершения своей атаки. Слепенчук с мячом, идет проход, возвращает мяч Игорю Зайцеву. Игорь Зайцев против Поуба, 2 очка. 64-46. Виктор Кондратовец с мячом, Поуб. Конев. Адам с мячом. Последние секунды третьей четверти. Трехочковая попытка Адамса. Да! 67-46. С отклонением. Очень сложный бросок, но и тем не менее он результативен.
Третья четверть закончилась. 66-46. Статистика после трех четвертей. 17 очков Дариус Адамс, 26 очков Винсон Фрезьер, 11 очков Оазов Маша, Лин Грир, 10 очков Тадея Драгичевич. Мячом криворожане. Поу получает блокшот от Игоря Зайцева. И Лин Грир отдает передачу Драгичевичу. 2 очка. Девять трешек забили баскетболисты из Кривого Рога из 22 попыток. И только 2 из 11 забили мариупольцы. Владимир Конев с мячом. Трехочковая попытка. Точно! 69-48. Все летит сегодня у криворожан. Очень сложно мариупольцам. Драгичевич. Передача на Зайцева. 2 очка. 69-50. 8-50 до окончания четвертой четверти. Поуп с мячом. Конев. Кораблев. Против него Драгичевич. Идет Дмитрий. Проход. Виктор Кондратовец. Адамс. Трехочковая попытка Адамса. Не точно. Но криворожане вновь с мячом. Не точно, опять Дмитрий Кораблев на подборе. Адамс. Кондратовец. Конев. Идет в проход. Пол. Трехочковая попытка. Кораблев выигрывает съем. И вновь 24 секунды. 8 минут до окончания четвертой четверти. Адамс, Кондратовец, заслон от Кораблева, персональное замечание, Тадея Драгичевич, замена у команды Кривбасбаскет, вместо Виктора Кондратовца на площадку возвращается Винсон Фрезьер, Кораблев получает передачу. Том Фрейзер, Игорь Зайцев, персональное замечание, второе командное, 7:40 до окончания четвертой четверти. И второе у Игоря, Винсон Фрейзер. Пол перехватывает мяч Драгичевич, Гриер с мячом.
ничего не получается сегодня у Драгичевича в нападении. Адамс, посмотрите, как против него защищается Забирченко, как владеет мячом этот американский легионер Кривбас Баскет. 11 секунд есть у криворожан для того, чтобы завершить атаку. Поуп с мячом. Против него Игорь Зайцев. Не точно. 7 минут до окончания четвертой четверти. Гриер. Игорь Зайцев. Не точно. Большую скорость набрал Игорь. Не сумел вовремя остановиться. 13 номер Кольченко нарушает правила на Адамсе. Это третье командное замечание. Замена у команды Кривбас Баскет. Владимир Конев садится на скамеечку отдохнуть. Вместо него Виктор Кондратовец. Герберт Пол. Адамс. Кораблев. Фрезьер. Кораблев. Не точно. Полукрюком Дмитрий хотел завершить эту атаку. К сожалению, не точно. Гриер. Три очка. 69-53. Тайм-аут. Карлис Мужникс. Подзавелись немножко игроки Азовмаш. И это видно. 69-53 за 6 минут и 29 секунд до окончания третьей четверти. Карлис Мужникс вносит коррективы в действие своей команды. Плюс 16. Но еще играть очень много. 6,5 минут. Мы знаем, баскетбол очень быстро течет, поэтому все возможно. Четыре персональных замечания у Азовмаша имеет Лин Грир. У Кривбас Баскет. Герберт Полк 3. Дмитрий Кораблев 3. Винсон Фрейзер 3. Персональные замечания. У Азовмаша по 3 замечания. У 9 номера Мирослава Радулицы и у 15 номера Симонаса Серафиноса. Адамс с мячом. Неутомимый Дариус Адамс. Фрезьер. Трифанович, 2 очка, 71-53. Валерий Анисимов, Кривбас Баскет на площадке. Гриер с мячом. 6 минут до окончания четверти. 3 очка. 3 очка вновь приносит своей команде Лин Грир. 71-56. Адам, персональное замечание. 9 номер Мирослав Радулица. Это четвертое замечание у Радулицы. Адамс на линии штрафных. Четыре командных замечания у команды Азовмаш. Дариус Адамс, первый штрафной мимо. Второй точен. 72-56. Вот задача криворожан сейчас не дать выполнять легкие, не дать забить легкие три очка Азовмашу. Персональное замечание. Винзому Фрейзеру. Два штрафных показывает Евгений Заикин. Ламар Грир. Я извиняюсь, Лин Грир. Первый бросок точен. 72-57. 72-58. 14 очков сократили отставание баскетболисты Азовмаша. Посмотрите, как действует молодой Валерий Анисимов. Обыграл он Радулицу.
и принес своей команде 2 очка. 74-58. Персональное замечание для Виктора Кондратовца. Это второе замечание у Виктора. Грир с мячом. Забирченко. 3 очка. 74-61. До окончания четверти. Напряжение в нашей встрече становится все сильнее и сильнее. Какую передачу отдал Валерий Анисимов. Персональное замечание Виктор Кондратовец. Третье у Виктора и третье командное замечание. Драгичевич, не точно. Забирченко. Блокшот получает от Адамса. 4:40 до окончания четвертой четверти. Азовмаш пытается исправить ситуацию на площадке. 2 очка 20 номера Тадея Драгичевича. При помощи заслона открылся он. Получил мяч под кольцом. Персональное замечание 13 номеру Александру Кольченко. И это 2 штрафных в исполнении Винсон Фрейзера. 74-63 плюс 11 для Кривбас Баскета. Первый бросок точен. 75-63. 4:28 до окончания четвертой четверти. 76-63. Грир. Двухочковая попытка не точно. Мяч с мячом. Криворожане. Адамс. Какое персональное замечание. Неспортивный фол. Спортивный фол Кольченко. Но это уже откровенная грубость, хочу я вам сказать, уважаемые любители баскетбола. Александр Кольченко еще возмущается. Ногой подсек он Дариуса Адамса. Это просто не по-спортивному. Покидает площадку Дариус Адамс. Не хочет покидать площадку Дариус Адамс, но вынужден. Кровь на лице у Дариуса Адамса, и судьи просят его оставить площадку. Вместо Дариуса Адамса на площадку выходит Илья Коротков. Неспортивный фол будет пробивать Илья Коротков. И после пробития мячом будут владеть криворожане. Первый бросок точен. Второй бросок в исполнении Ильи Короткова. Тоже точен. Замена. У команды Кривбас Баскет нет. Не разрешают Адамсу судьи войти
в игру. Илья Коротков получает передачу, вновь возвращает лицом у Фрейзеру. Красиво, но не точно. Гриер, Забирченко, два очка. Илья Коротков получает мяч, против него Гриер. Потеря. Потеря. 78-65. Замена. Илья Коротков покидает площадку. Вместо него Дариус Адамс. 3:54 до окончания четвертой четверти. 78-65. Впереди Кривбас Баскет. Гриер. Драгичевич, идет проход. Не забивает. Трифунович на съеме. Винсон Фризер с мячом. Заслон от Валерия Анисимова. Виктор Кондратовец. 10 секунд. Трехочковая попытка не точно. Трифунович подбирает мяч. И вновь не точно. Игорь Зайцев с мячом. 3:15 до окончания четверти. Трехочковая попытка не точно. Валерия Анисимова. Игорь Зайцев. Не считать. Персональное замечание. 26-му номеру Валерию Анисимову. И это четвертое замечание у команды Кривбас Баскет. Вместо Анисимова на площадку возвращается Герберт Пол. Игорь Зайцев с мячом. Лингрир. 3:05 до окончания четверти. Два очка. 3 минуты до окончания четверти. 78-67. 11 плюс 11 Кривбас Баскет. Адамс. Потеря. Драгичевич. Два очка. Тайм-аут. Тайм-аут вынужден взять Карлис Мужникс. Устали. Устали игроки Кривбас Баскет. Это видно. Начали ошибки. Не такая длинная скамейка у команды Кривбас Баскет, как у Азовмаша. И вот в конце игры это сказывается. 78-69. 9 очков преимущества хозяев площадки за 2 минуты и 38 секунд до окончания четвертой четверти. Обе команды имеют по 4 командных замечания. Все пробивается. И еще минутный перерыв берет Азовмаш. Закончился минутный перерыв. Обе команды возвращаются на паркет. Мячом владеют баскетболисты в белой форме. Трифанович, Адамс. Идет проход.
Персональное замечание Игорь Зайцев. Дариус Адамс будет пробивать два штрафных броска. Первый точен. 79-69. 2:28 до окончания четверти. 80-69. Грир с мячом. 2 очка. Персональное замечание 20-му номеру Тадею Драгичевичу. И Лазар Трифунович будет пробивать штрафные броски. Первый бросок не точен. И второй бросок не точен. 80-71, 2:05 до окончания четверти. Все возможно в нашем матче, уважаемые любители баскетбола. Адамс, персональное замечание. 2:01 до окончания четверти. Лин Грир пробивает два штрафных. Вот вам и развязочка в сегодняшней встрече. Ничего еще не понятно в сегодняшнем матче. Серапинос готовится выйти на поле вместо Драгичевича. 80-73. Персонально играют баскетболисты Азовмаша. Адамс с мячом перевел мяч на половину Азовмаша. Фрейзер, вновь Адамс. Идет проход. 2 очка. 82-73. Грир с мячом. Серапинос. 2 очка. 82-75. Адамс. Против него Игорь Зайцев. Персональное замечание 13-му номеру Александру Кольченко. И Дариус Адамс вновь на линии штрафных. 82-75. Вместо Трифановича на площадке Владимир Конев. Первый бросок точен. 84-75. Плюс 9. За минуту 30 до окончания четвертой четверти. Грир с мячом. Идет проход. Зайцев. Трехочковая попытка. Не точно. Пол подбирает мяч. Фрейзер. 2 очка. 86-75. Вы слышите, что творится на трибунах нашего комплекса спортивного. Игорь Зайцев, Гербер Пул нарушает правила. Это четвертое персональное замечание Герберта Пулпа. Игорь Зайцев на линии штрафных. 1:02 до окончания четверти. 86-75. Первый бросок от Игоря. Точно. Плюс 10. Кривбас Баскет. За 1:02. И второй бросок был точен. Плюс 9. Виктор Кондратовец перевел мяч на половину Азовмаша. Конев с мячом.
Серапинос нарушает правила. Тактику быстрого фола применяют баскетболисты Азовмаш. Посмотрим, как удастся им. Владимир Конев, первый бросок не точен. И второй бросок не точен. Грир. Виктор Кондратовец нарушает правила. Два штрафных в исполнении Лингрира. 50,1 секунды до окончания четвертой четверти. Девять очков преимущества хозяев площадки. Лингрир. Первый бросок точен. 86-78. Второй бросок тоже точен. Владимир Конев бросает мяч. Виктор Кондратовец с мячом. И 1 секунды. 88-79. Все тот же неутомимый Лингрир на линии штрафных. Первый бросок не точен. +88-80. Плюс 8 для хозяев. Фрезер с мячом. Адамс. Забирченко. Персональное замечание. Дариус Адамс будет исполнять два штрафных броска. Первый бросок не точен. Тайм-аут. Тайм-аут. Сергей Завалин. 89-80. За 30,1 секунду до окончания четвертой четверти. Закончился минутный перерыв. Мяч в игру на половине Кривбас-Баскета будут вводить игроки Азовмаша. Без изменений у обеих команд на площадке. Кольченко вводит мяч на Грира. Идет проход Грир. Сбрасывает мяч Зайцеву. Бачка. Виктор Кондратовец. Серапинов. Персональное замечание. 89-82.
Пятое персональное замечание. Симона Серапина покидает площадку. Вместо него Артем Слепенчук, Виктор Кондратовец. На линии штрафных. Первый бросок в точку. 90-82. И я думаю, уважаемые любители баскетбола, что это победа команды Кривбас Баскет. Не смогут баскетболисты из Мариуполя отыграть за оставшееся время 9 очков. Да. Мы поздравляем команду Кривбас Баскет с заслуженной победой. Работал Александр Воротненко. Окончательный счет встречи 91-82. Любите баскетбол. До новых встреч.